Добрый день, дамы и господа. Начну со стихотворного вступления. Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука, и вы захотите увидеть мир, остров Таити, Париж и Памир, Кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту или прикажет подать самолет, или верблюда за вами пришлет. В начале 30-х годов прошлого века это заявление было верным. И вплоть до сегодняшнего очень раннего утра тоже. Но, увы, более чем вековая история знаменитой турфирмы закончилась. Томас Кук обанкротился. Последнее слово относительно того, почему это произошло, еще не сказано, хотя эксперты подозревают, что Томас Кук просто не сумел приспособиться к меняющимся обстоятельствам. Времена, когда для того, чтобы забронировать отпуск, надо было физически идти в офис и разговаривать с сотрудником, канули в лету, поскольку широкое распространение интернета сделало каждого из нас своим собственным турагентом. Всех сотрудников, которые с сегодняшнего дня теряют работу, конечно, жаль, учитывая, что даже в Соединенном Королевстве их более 9000. Но забота об их судьбах может немного подождать, потому что главной, насущной и срочной проблемой является возвращение британских граждан, которые уже за границей. Потому что последний рейс, выполненный самолетом Кука, приземлился в аэропорту Гетвик сегодня утром. Чтобы вы хорошо представляли себе масштабы проблемы, только сегодня около 16 тысяч британцев должны были возвращаться на родину куковскими самолетами. Всего на сегодняшний момент речь идет где-то о 500 000 граждан, оказавшихся без транспортных средств. Народ паникует, и это понятно. Правда, правительство уже начало операцию по упорядоченному возвращению туристов. Эта операция получила название «Операция Маттерхорн». Ну, честно говоря, не знаю, чем руководствовались те, кто дал ей такое название, потому что Маттерхорн считается одной из самых опасных вершин мира, где в общей сложности погибли более 500 альпинистов. Ну ладно, пусть будет Маттерхорн. Кроме того, это будет самой масштабной кампанией по возвращению людей на родину со времен Второй мировой войны. Можно было бы теоретически назвать все это операцией «Дюнкерк», но Германия могла бы обидеться. Но и отсутствие самолетов – это еще полбеды. Те люди, которые купили у Кука путевку по системе «Все включено», на настоящий момент просто не знают, не начнут ли хозяева выселять их из гостиниц. То есть, получили ли они свои деньги, или они канули в общем банкротстве. Власти, правда, сказали, что не волнуйтесь и не платите, потому что мы все это покроем из госбюджета, но далеко не все владельцы гостиниц об этом знают или же в это верят. Неофициальный совет – если вам угрожают, то расплатитесь, а мы потом вам деньги возместим. Одновременно правительство сейчас занято тем, что физически обзванивает разные гостиницы, чтобы уверить их содержателей, что деньги будут. На самом деле понять, на что граждане могут рассчитывать, а на что нет, весьма непросто. Сегодня утром многочисленные эксперты пытались все это как-то разъяснить, но получалось у них не очень хорошо. Чаще всего повторяющийся совет был следующим. Если вы уже в отпуске, то сидите и не волнуйтесь, не надо ездить в аэропорт, не надо обзванивать представителей фирмы, просто ждите, пока вам официально не сообщат на специальном сайте, каким именно рейсом и в какое время вас будут возвращать. Однако нисколько не успокаивает тот факт, что, как сказано на этом же сайте, небольшому количеству граждан придется возвращаться за свой счет, а мы вам потом все оплатим. Нет, то, что оплатят, это, скорее всего, чистая правда. Но если у вас деньги кончились, тогда что? Билеты на самолеты – дело дорогое, особенно сейчас, когда такое количество лайнеров абсолютно в рабочем состоянии стоит на земле и никуда не летит. Ими, насколько я понимаю, нельзя пользоваться, потому что они входят в общие активы обанкротившейся турфирмы и теоретически могут быть проданы, чтобы расплатиться с кредиторами. Ну и, конечно, не обошлось в этом деле и без политики. Томас Кук попросил правительство судить ему 250 миллионов фунтов, чтобы как-то продержаться на плаву. Правительство же отказалось, мотивируя это тем, что дело не в кратковременных финансовых трудностях, а в том, что деловая практика компании оказалась ниже всякой критики. Эти 250 миллионов могли бы продлить агонию максимум на месяц, банкротство бы произошло все равно. Ну, на это находящиеся в оппозиции лейбористы возражают, что, мол, консерваторов не заботит судьба рабочих, и спасать компанию надо было бы гораздо раньше, и что под их руководством этого бы не произошло. Ну, если можно говорить о морали этой истории, то она проста. Даже 180-летняя история и наработанная десятилетиями репутация не спасет вас, если вы не смогли адаптироваться к новым временам. Судьба Томаса Кука грустна, но, увы, неизбежна.
Это все на сегодня. Не забывайте о нашем сайте bbcrussian.com, где мы также публикуем и ежедневную сводку теленовостей. До завтра.